раза. Ты глянь, все, отгрыз ветку. Сломал ветку, а. Ну ты посмотри, поросенок, а. Все, хулиганит уже, а. Иди сюда. Иди сюда. Арчи. Смотри. Сидеть. Лапу. Молодец. Ешь. Потом будешь играться с веткой. Отломал. Блин, весь уже в колючках. В листьях в этих опять весь. Значит, теперь схрон делает. Арчи, ты что делаешь? Они же говорят, что они закапывают еду. Никита, смотри, как он косточку сейчас будет прятать свою. Вот он сейчас ест точно, да? Да-да-да, смотри. И теперь он будет ее закапывать. Все, закопал, Виталь. Потом в следующий раз он запомнил, где придет и будет ее откапывать и жрать. Да, вот за эту породу мы читали, что они, если не голодные, они закапывают. Потом придет, откопает, когда проголодается. Не, ну надо же, все, закопал. Вот так у них на генетическом уровне уже запрограммировано. Ну он потому что только что дома еще одну косточку скушал, все, это он теперь сэкономил. Маленький, молодец. Уже так умничка. Надо нос ему помыть. Олесок. Ты что делаешь? М? А кто грызет? Арчи. Кто сейчас получит, а? Кто сейчас получит? Хулиган. Ну ладно, тогда я типа грызу, да? Фу! Фу! Ну ладно, тогда посплю. Обиделся? Да, Арчи? Да ну нельзя же. Арчи, нельзя. Фу. Все, нельзя. Ну ты прям такой послушный, все. Фу, блин. Не подбирай. Короче, что-нибудь да сгрызет. У Арчи сегодня гречневый суп с говядиной. Ой, как вкусно, да? Вкусняшка. Давай пока мяско нам достанем. Да? Это потом. Супик сначала скушай. Кушай это сначала. Ой, как вкусно. Босик уже тоже говядинки покушал. Че, молодечек, как он кушает. Умничка. Че, вот Арчи теперь решил этот кусочек косточки заныкать, да? Отвлекли тебя? Копает и закапывать хочет. Не знает, как подкопать. Носом шкребет, видишь? Арчи, яму надо глубже выкапывать. Так посмотрел, да? Не умничай. Ямку выкапывай. Так, короче, Арчи сегодня сильно балуется. Сожрал вообще почти весь мой цветок. И не хочет успокоиться. Когда все уходят, он бежит и дальше его жрет. И делает все назло. Ну все, немножко отвлекся от цветочка моего. Взялся за мячик. Ну хоть так. Угу. И ближе сюда. Фу! Арчи, нельзя. Нет, нельзя. Нельзя грызть. Нельзя.
Он уже отгрыз один. Нельзя, фу. Он самую грязюку лег, и хорошо ему. Сейчас кто-то отвернется, и все. И хапнет цветочек. Арчи, нельзя. Кто сейчас получит? Он в самой грязюке. В самой грязюке лежит. Любят они грязь, а? Вылила, взяла воду, полила цветочек. Он увидел, что я тут грязь развела. Он увидел, и как все. Побежал в эту лужу, да? Блин. И все, теперь он тут как тут. Нельзя. Фу. Нельзя, сказала. Фу. Фу, говорю. Фу. Так, ну все, ты сейчас получишь у меня реально. Ну-ка, быстро уходи. Уходи сюда. Смотри, какой ты грязный. Короче, это травоядного купили. Весь цветок мне, блин, испортил. Он что делает, а? Ну-ка! Нельзя! Арчи! Нельзя! Фу, сказала! Ты посмотри на него, а! Ну-ка, иди сюда! Его ругаешь, он специально назло. Все, сейчас только отойду, он быстро к цветку и будет жрать его. Все, ушла. Кому? Кто сейчас? Кто сейчас получит по жопе, а? Типа, да я просто полежать. А сам ползет. Ага. Ну, ты же сейчас получишь, я тебе говорю. Посмотри, какой ты хрюндель. На кого ты похож? А? Арчи, посмотри, какой ты грязный. Фу, хрюшка. Купаться надо. Короче, я не знаю теперь, как мне этот цветок тут сохранить, чем его накрыть. Это ему хана. Открыла свой цветок. Сейчас посмотрим реакцию Арчи. Как он отреагирует, когда увидит, что цветочка-то нету. Угу, угу. Все, облом? Нету? Все, нету цветочка, Арчи, все. Тебе не повезло. Не понял, что происходит. Все, нету. Ну-ка. Арчи. Ну, половину раздербанил. Успел. Скажет, куда делся. Все, отрубился. Ну, грязный, как свинья. И в самой грязи лежит, блин. Так, Босик так сидел возле окошка. Ну ты сильно тянешь ему, Никит. Да он сам не хочет идти. Первый прогулочный день для Босика. У него с лапы стянулась, посмотри. Стой. Она здесь не сильно затянута. На травку. Пусть сам пока потихоньку. Так, Босик вышел гулять у нас. Первый раз. Увидел, как Арчи гуляет, сидит возле окошка, завидует. А теперь он гуляет первый раз. Арчи не понял, скажет так. Арчи? Ты сказал Арчи, а Босик? Арчи вон лежит, смотрит на Босика. Арчи. Босик, 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 Боська. Арчи. Смотри, кто вышел. Так. Смотри, сейчас перегрызет. Арчи, он не твой. Арчи, не твой. Твой. Босик. Фу, да? Фу. Отдаю. Арчи, иди сюда. Не мешай. Да не мешай, не ходи туда. Ну вот, ему теперь интересно все. Босику. Смотри, не отпусти. А то не найдем его потом. Никита, ты прикалываешься. Тебе опускать нельзя. Стой, водичку. И Арти туда же. Ну, не приставай, пусть освоится.
Босик. Босик, пошли. Пойдем гулять. Пойдем. Не приставай к нему. Арчи. Кокос. Пойдем. Травку давай. Мы его потом помоем. Здесь травочка. Ой, Арчи, не мешай ему. Боська. Босик. Босик. Арчи. Ну ты посмотри, какой настырный, а. Значит, пока все на улице. Где спит наш мальчик? А вот где. А вот где спит вот этот ребенок. Босик. Я не поняла, это что такое вообще? Ты лег вообще-то в помидоры? Тебе не стыдно?